Вот сегодня у нас 12-й день Петра и Павла, июля 2018 года. Вот Устина выгоняет коров, да и все тут так. Я решил поехать пораньше маленько, гляжу, тут впереди гусак. Он гоняется за мной. Что-то не получилось у Любы или у гусака. Всего только два. Ну еще, что ты? Ну. Да ладно, 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 ладно. Ой-ой-ой. Ой. Ой, как он. Я тут соскочил. Испугал его, испугал, испугал. Ой. Ой, ой, ой. Ой, как они идут. Вот так. Дом Глушкова. А тут вот первый дом, который батюшка строил. Я не могу тронуться тут. Там деревню видно. Едем в храм. Восьми. Сегодня будем с Ездрой прощаться. Ведь Сергей повезет его в город. У него билет из Барнаула, а потом отвезет на трассу. Там у них едет Барнаул. И потом сядет на поезд. И мимо Потеряевки опять поедет. Так. Придется еще раз остановиться. Вот они наши деревенские. Батюшкины овечки. Скотинка идет. И Рёма выгоняет. Там, наверное, Василий. Нет, это Людмила Анатольевна. Янчук теперь, она Петеримова бывшая. Гони. Вот пошли на пастбище. С другими коровами соединяться. Завтра пойдут наши пасти ребятишки. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Прогоняют. Сейчас с теми соединятся. Ну, большая часть барабаша, но еще меньше. Уменьшается стадо. Меньше травы, как говорят, заглонись. В рост человека. Вот этот домик стоит. Тут сейчас. И вот в ограде это заросшее как. Все. С той стороны должны выгнать овечек, наверное, еще батюшкины. Все на этом.